Дорогие сухумчане, друзья, в канун наступающего нового 2020 года мы собираемся с семьями за праздничным столом. Новый год – это праздник из детства, который позволяет даже взрослым погрузиться в атмосферу чудес и зимней сказки. Мне искренне хочется постараться делать так, чтобы этот праздник последующий наш город встречал ярко и красочно. Прошлый год был непростым. Он ознаменовался разными событиями. Сложилось так, что последние два месяца я со своей командой стали причастны к работе, нацелены на то, чтобы жизнь столицы стала благополучной, более счастливой для всех нас. И для этого каждый ответственный работник городской администрации должен на своем месте усердно исполнять возложенные обязанности. Решение многих городских проблем зависит и от взаимодействия с депутатами Сухумского городского собрания. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с ними. Мы хотим, чтобы горожане и гости столицы стали свидетелями качественных улучшений. За время нашей работы удалось заложить новую пальмовую аллею на набережной Сухума. Ведутся работы по облагораживанию городских территорий. Ремонтируются остановки, тротуары, налаживается освещение мостов, парков и скверов. Только так мы сможем вернуть нашему городу былую славу самого чистого, комфортного для проживания. Вместе с тем, пользуясь случаем, мне хочется обратиться к вам, поддержать администрацию города в этом стремлении. Наступили новогодние праздники. Как весело с пользой провести их с семьей, с друзьями. И, конечно же, на праздничных площадках нашего любимого города. Новогоднюю ночь сухумское небо озарит праздничный салют. На площади Свободы состоятся развлекательные мероприятия, и до утра будет работать городской транспорт. Новый год – время добра и надежд. А надежды наши связаны с молодежью, с рождением детей, и поэтому первый сухумский ребенок, рожденный в новом году, получит в подарок 100 тысяч рублей. Рассчитывая, что в далеком будущем наши возможности будут более ощутимы для всех детей Абхазии. Искренне желаю вам, чтобы наш Новый год принес нам согласие в обществе, благополучие и счастье в наши дома, мира и процветания нашему любимому Сухуму. С Новым годом, друзья! Хатырского виса, Бог всекал их виды снухалоид, хастал ашукс час. Яхзаанагайт, я его виды, я жапи ашукс, а тынчры, ай хазыгари, ахтыс бзия курашина. Ахра руазайт, натасыпхеза, аджиари, абери, ахуэкшири. Абзира шукзайт, таачала, бипарала, жлала, шамзелашня, шардамта.